защищали Жукова от мордобоя, блин. Рома, держись, смотри. В следующий раз латы и доспехи должен взять. Если парикмахер, сразу педик, значит. Фрезеры себе нашла, понимаешь? Короче, мы на творческом вечере Оли Зарубиной находимся. Ты молодец вообще. Что вы там сидите, где там в жопе? Вы выходите вперед меня. Дима Чижов, прости, тут такие девушки зажигательные. Оля, у меня вопрос. Ты знаешь такой проект Little Big? Отдыхаешь, что ты отдыхаешь. Успокойся. Находимся у Димы Чижова. Привет, друзья. Ну я отстой, я не знаю группу Little Big. Даже ребята, Little Big, я желаю вам удачи. Дорогие подписчики, с вами Макмакер, вы на канале Дискотека СССР. Должен посмотреть, он может вот там стоять, с той стороны. Сливки ретро-гламура соберутся у Димы Чижова, который назвал себя интеллигентным мачо, с чем мы, в принципе, не можем не согласиться. Увидим, что будет в конце вечера. Короче, едем на съемки на самом деле. На самом деле это все, понимаешь? Ну, наверное, так оно есть. Потом едем в храм Христа Спасителя, в зал улица, где концерты проходят, на юбилей Оли Зарубиной, а потом едем к интеллигентному матчу Диме Чижову, тот, кто создал проект «Унесенный ветром». Вот, а теперь, кстати, как назвали, так и произошло, их унесло ветром, кого куда, то есть сейчас они как бы в творческом разводе, так сказать. Ну, мы им желаем снова слиться в экстазе, потому что друг без друга мы их не представляем, во всяком случае, на сцене и в творческом смысле. Остальное жизнь покажет. Вот эти очки, кстати, создают ощущение солнца в глазах, даже в самую мрачную погоду. Поэтому они со мной все. Цвет настроения желтый. Да, цвет настроения жопа. Ну так любят говорить. Чтобы в интернете эрекция была. А то так никак не реагирует. А пока скучная езда. Сладкий сон в машине. Кстати, блин, жаль, надо было пылиться взять. За рулем не будем. И сидите квасить сейчас. Блин, вот ошибочка вышла. Кстати, этого нашего вчера Оля читал, мне понравилось это с 80-й дискотеки. Нашего барабанщика назвали Лепсом за барабанами. Слышишь, ты читал? За барабанами Лепс. Надо ему сейчас позвонить. Сейчас, Серег, подожди, сейчас пробую позвонить. Барабанщик у этого Гуреева лобает. Он Игорь Державцев, барабанщик.
приехали в Холодрыга на улице Холодрыщинской, но мы приехали на съемки. У нас встреча с великим и ужасным Ромой Жуковым. Пошли. Там нет номера. Да? Вкусная конфеточка. Там есть. Ай, какая сладенькая конфеточка. Приехали на съемку передачи. На самом деле находимся. Это у нас что, съемочный ангар или что? Находимся в павильоне на Ленинградском шоссе. Я имею в виду, чтобы порядок был, понимаешь? Порядок был, соответственно, приходится что? Бегать. Когда порядок, вот это как бы нравится. Ну, к сожалению, приходится бегать. Большие объемные кроссовки. Он добрал болельцев. Если вы готовы, проходите, пожалуйста. А все, мы это не можем. Можно его или лучше с него начать? Серег, бери. Ничего не хочу. Он это я, каш. Здравствуйте. Таким ответственным мы делом. Ром, вижу ли, какие жертвы были? Вот, ради тебя все будет стараться. Чтобы ты смог ничего. Пошли назад. Образ счастливой семьи Жуковых был в одночасье разрушен, когда супруги оказались на детекторе лжи. Я тебе говорил, с лестницы спущу. Хорош. Ты кто вылез? Ты кто вылез? Ты кто такой? Ты кто такой вообще? Опять за тебя выступаю. А драки будете устраивать в другом месте? Должен будешь. Леш, ты хочешь своих детей? От Лены своих детей? Моя бывшая жена очень хочет, сразу могу предугадать. Я еще бы двоих бы, конечно, я хочу детей, я не отрицаю. Спасибо, что вы не устроили еще одну драку. Лен, кого ты себе нашла? А тебе какое дело до этого? Да потому что я к тебе хорошо отношусь. Ты скажи на самом деле, кто ты такой есть? А что ты молчишь? Что ты выставляешь таким идеальным? А кто ты есть? Так вести себя с отцом существующим детей абсолютно не категорически нельзя. Будьте, пожалуйста, немножечко подобрее, кроме его. Он в этой ситуации антигерой. Но как вы себя ведете, вы всю студию против себя завели. А вы оба скажите, где вы познакомились? Я думала, ты найдешь себе достойного мужчину, а ты себе нашла стриптизера. Чем он занимается? Познакомились в стрип-клубе. Она пришла в стрип-клуб. Там его прозвище Янис. Вы имели какое-либо отношение к стриптиз-клубу? Нет. Ответ «нет» – ложь. Было ли такое, что вы встречались с женщинами за деньги? Нет. Ответ «нет» – ложь. Обратная сторона этого вопроса. У вас есть высшее образование? Да.
Какое? Эротическое. Как вы зарабатываете деньги и на что вы хотите обеспечивать семью? У меня собирается вымогать, наверное. И этот бизнес сейчас очень хороший и прибыльный. Мне кажется, что роли в этом квартете очень понятно расписаны. А можно говорить, что вы объективно ревнуете вашу супругу к Алексею? Ответ нет? Нет. Вообще никак. Даже не дрогнулся. Ответ нет – ложь. То, что есть ревность – это факт. Если кто-то, стриптизер, клоун или кто-то еще посягнет на это, он будет просто уничтожен. Вы испытываете чувство любви внутреннее к Роману? Нет. Ответ «нет» – ложь. Насколько твердо верят наши герои в свои убеждения и как на самом деле по-другому думают их сердца и их души. И все на самом деле происходит по-другому. Когда защищали Жукова от мордобоя, блин, Рома, держись, смотри. В следующий раз латы и доспехи должен взять с собой. Это на всякий случай. Ну, настать, у него баба такая сидит. И Лысов даже хотел, блядь, выскочить из-за стула. Баба его удержала. Стул, со стула выйти причем. Это за своих постоянно. Да. Если парикмахер, сразу педик, значит. Так думает Серега Лысов. А уже так не думает. Уже сказал. А на камеру, он так не думает. И твою мать. На юбилейный вечер Оли Зарубиной. Ура! Ура! Яблочко, свет нужен? Вот наш друг, большой артист, заслуженный, Миша Муромов. Привет тебе, Миша. Мы всегда следим за тобой, дядя Миша. Твой Сергей Васильевич, давай. Разборки Жуков с женой, вот это все на этом. Это ты участвовал в этом выступлении? Да, да. Меня позвали, меня тут так разобрал. Короче, хрень сам. Красоты
и вечного полета. Давайте поприветствуем эту прекрасную женщину, девушку. Да, или девушку, женщину, не знаю, я забыл. На память, да, улучшение информационного поля, вот, чтобы цветы тебя окружали и все прекрасно. И вот наши гости, твои люди, твоя публика. Ну и мы так скоро придет, да, тут концовочки. Ну все, ребят, спасибо очень. Поздравляю! Спасибо, Сергей Васильевна. Находимся в гримерке на юбилее Ольги Зарубина. Короче, мы на творческом вечере Оли Зарубиной находимся. Мне повезло, мы встретились с Михаилом Мурмовым. Такой творческий вечер, как бы бенефис. Как бы бенефис, да. Но нам все равно приятно, потому что Олю мы любим. А сейчас слово предоставляется нашим друзьям. Нашим друзьям. Дело в том, что с Олей Зарубиной мы в 83-м году спели одну песню, после которой меня начали узнавать в магазине. Это была песня «Птица синее крыло», причем мне сказали как. Я еще не был на экране, мне сказал режиссер так. Нужно, это была баллада. И я говорю, ну вы знаете, а что надо сделать? Ну если хотите на экране, тогда надо сделать ее не 5 минут, а 3 минуты. Сделать ее вместо баллады иронической песни и споете вы ее с Зарубиной. А там «Птица синее крыло», как раз Оля Зарубина была «Птица синее крыло». И после этого меня начали узнавать в магазине. Так что Зарубин у меня много связано хорошего. То есть, все... Нет, а кроме этого она потом у меня была в гостях и долго пела свои песни. И песни неплохие. Зарубин вообще, у нее такой удивительно звонкий голос, проникающий прямо в подкорку головного мозга. Мне очень нравится, как поет Зарубина, ее долго не было, вот теперь она снова появилась. И я думаю, это неплохая краска на нашем небосклоне. Как вы думаете, Андрей? Я считаю, что сегодняшний вечер прекрасен, тем более он проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Тут не скажешь, что это храм Христа Спасителя, это обычные гримерки, но тем не менее местная очень... Атмосфера соборная. Атмосфера соборная присутствует. Да, совершенно верно. Вот, так что мы очень рады увидеть здесь нашего друганка Серегу Васюту, потому что ну, у нас много хорошего. С коньком-горбунком. Да, и ничего... я ему говорю, что он похож на дичка из конька-горбунка, из мультфильма. Он не возражает. Представляешь, вот я и дичком стал. С его руки... Михаил Владимирович вообще любит всем клички давать. Да, а директор мой Шнурком с его легкой руки назван теперь, на котором чуть не повис. Кстати, он обижается, но это мы не для его. Он обижается, да. Да, я же после истории в Крыму, когда он чуть было не повесился на шторе. Мы его спасли, кстати. Да, мы его спасли. Я ничуть не сомневаюсь, что это правда. Да, нет, просто мы вышли буквально, и он был запутан в эту штору всю. Шнурков мой пропал. Очень интересная, как бы образная такая клико такой. Все. И я думаю, с этим не может не согласиться директор серый кардинал. Людмила Ивановна. Не надо уходить. Вы хоть серый, но кардинал. Она не серая, она ясная, ясное солнышко. Солнышко, блин, наше ясное солнышко. Она инкогнито. Она разводящая, она все разводит по местам. Все ошибки других директоров она умело разводит. Сергей не даст. И всех на деньги разводит. И на хорошие, удобные места. Даже бизнес-класса. А я вообще считаю, что мы сегодня очень хорошо все выступили. Публика просто... Сейчас дискотека. Настолько теплая. Добрая, теплая. Соборная. И мы, в общем, отработали, я считаю. Мы не напрасно сегодня ели свой хлеб. Да. Да. Безвозмездно. Да. Совершенно верно. Мы выступаем безвозмездно. На благотворительной основе. А сейчас я бы всех пригласил, с позволения Димы Чижова, интеллигентного матча, в то место, где будет проходить следующая тусовочка этого вечера. Но не знаю, что по этому поводу думают... Интеллигентного мальча. Да, наши не менее интеллигентные звезды, но тем не менее мы туда отправляемся. И увидимся уже на этой вечеринке. Пока! Атакует! Там атакует его фанат.
Снимай этих милых девушек, они придут на нашу дискотеку сейчас. Конечно, не прогоняй меня, мороз, хочу мамы. Несанкционированный митинг, блин, что за наивность? Здесь можно, а говорить нельзя. Митинги запрещены без санкций. Спасибо. Любое могут сделать. Юга, юга. Вот именно вот то, что... Вообще умница, умница. Максим тоже хороший у меня, вот так. Скажите, Паша, вы получили у вас где-нибудь концерт, есть сольные? Сольные будут, но солянки будут. Дискотека СССР 4... На старый Новый год дискотека СССР. Смотрите, следите за рекламой. Там мы пляшем. И 1 января. В каких залах? Планета КВН, дом правительства здесь. Вы же должны как-то где-то... Вас любит поколение, понимаете? Спасибо. Спасибо. Что вы там сидите где-то в жопе? Вы выходите вперед меня. Снимай девушку, она хорошие слова говорит. Не смотри. Спасибо большое. Можно я тоже? Да, пожалуйста. Подождите, я не готова. Дима Чижов, прости. Тут такие девушки зажигательные. Все, спасибо большое. Спасибо. А вы мое детство. Спасибо. Да. Правда, спасибо. Почему? Вы мое детство. Спасибо. Правда. Ну вот, наше детство. Какого года? Я 65. Ну, а я вот 69. Ну, почти. Почти, да. Спасибо. Я вас поклонница. Спасибо. Это мое детство. Машину. Это не вы сказали, что какой-то... Написал, не прогоняй меня. Много, но не все они раскручены. О, три раза! Споем всю. Три раза! Девочки, давайте я сфотографирую. Красава ты наша, красава! А то нас ждут! Все, да, Тоня? Спасибо большое! Нам все, к сожалению, не один кадр, пожалуйста! Один кадр, пожалуйста! Да что ты его прешь-то? Пусть он у нас же еще ждут нас. А? Нас ждут там. Что ты, херни ждут? Спасибо. Ждут там вас. Блин. Реально, как ресторан называется? Я сейчас движу. Давай уже иди. Мы с тобой возьми. Перекуре, Коля Ким. Николай Ким, микрофон не дает. Привет, Сергей Васильевич. Да. Девочка ждет. Николай Ким. Мальчик не Коля, у меня вопрос. Ты знаешь такой проект Little Big? Little Big? Да. Советую посмотреть в интернете. Да? Меня продвигает моя дочка, и это бомба, я тебе говорю. Шнуров курит просто. Шнур отдыхает. Шнур, ты отдыхаешь. Успокойся. Николай Ким. А он отдыхает по жизни, как и я. Всегда. Сегодня у Димы Чижова. Ну, мы отдыхаем в прямом смысле, а ты сам. Я представляю, после концерта Димы Чижова.
Отойти. Отойти. А что случилось? Ну я под таким впечатлением просто. Все. Дима, ты классный. Ты, Дима, Саня Айвазов хочет сказать, что ты классный, Диман, молодец. То есть мы говорим как бы для себя, но это же для тебя, в первую очередь. Тебя любим. Сань, мы тебя любим. Сань, Дима Чижов, мы сейчас к тебе придем. Самого интеллигентного матча нашей необъятной родины. Привет, друзья. Человек, который создал проект «Унесенный ветром», и он нас уносит в бесконечность, честно, в счастливую, светлую бесконечность. А сейчас ему передаю слово. У него сегодня торжественное мероприятие, самый главный вечер его жизни. Событие. Спасибо, Сереж. Добрый вечер, дорогие друзья. А сегодня я представляю программу свою сольную, где я выступаю в красивых пиджаках, пою интеллигентные песни. В общем, я интеллигентный мачо. И танцевальные тоже. И танцевально интеллигентные, и романтические. А можно тебе вопрос задать? А ты знаешь группу Little Big? Нет. А-а-а, отстой. Ну я отстой, я не знаю группу Little Big. Даже Коля Ким признался, что, говорит, я обещаю справиться. Говорит, да. Грешен. А я не буду исправляться. Не буду исправляться. Ну надо посмотреть. Да, Филиппа Киркорова знаю. Ну это хорошо. Да, Филипп Киркоров Little Big еще не сделал, потому что Little Big сделал даже Шнура. Я тебе говорю, заинтриговал. Ну хорошо, ты меня заинтриговал, посмотрю. Хорошо, маленький, большой, это питерские ребята. Да, посмотрю. Стоит посмотреть. Дим, поздравляю. Спасибо, Сереж. Взлетная полоса до самых звезд. Группа «Сладкий сон» с тобой. И я, Сергей Васютов. Спасибо. Спасибо. В эфире Форева. Который есть, но вы его увидите только по специальным разрешениям, заходя в наш аккаунт и так далее. Сергей, это все, я так рад тебя это видеть. Это болтовня. Сегодня мы находимся на охренительном мероприятии. Начало звезд, творческой деятельности. Нет. Это соль, начало сольной карьеры Димы проекта. Чижов. Интеллигентный мачо. Самый интеллигентный мачо в нашей стране. Дмитрий Чижов. Во всем постсоветском пространстве. И, может быть, благодаря ему можно восстановить Советский Союз в прежних границах. Я лично об этом мечтаю всегда. Да, я тоже хочу восстановить Советский Союз. Дмитрий Чижов, молодец, и Дима. Алексей Зардинов с нами в этом порыве заодно. Сегодня Леш, какой-то воздух такой, знаешь, весенний воздух, какой-то свежий, цветение какое-то происходит сегодня. Озоновая атака. Да. Можно, Леш, спросить вопрос. Ты знаешь группу Little Big? Little Big, Big. Ну это... Little Big. А, Little Big, маленький, большой, да. Что-то не слышал пока, ну, что. Вот кто из нас маленький, а кто большой, как ты думаешь? О, кто маленький, кто большой? Вот ну, как ты думаешь, большой может стать маленьким? Ну, все относительно, маленький, по теории большой. Эйнштейна. То есть маленький может стать большим, а большой маленьким, как-то кто был последним, тот станет первым. Кто был ничем, тот станет всем. Да, но тем не менее, смотри. Да. Даже Коля Ким сказал, что он признает то, что он грешен, что не знает эту группу. Советую посмотреть в интернете. Это питерские ребята, вот земляки. Хорошо. И ты будешь. Они здесь с нами сейчас? Нет. И ты будешь приятно удивлен. Они дворцы спорта собирают. Little Big? Да. Хорошо. Они даже не наши друзья. Но Шнура они уже сделали. Ребята, Little Big, я желаю вам удачи. И посмотрю обязательно. Мы с вами. Мы с вами. Мы с вами, Little Big. Благодаря нашим детям. Да. До встречи. Yes. Спасибо. Все, Серега. Ну, слава богу, вот наконец-то суперзвезда следующего нашла сегодня, в каких годах, но я был потрясен. Потрясен, лично просто влюбился без пакостства. А вы сейчас актриса... Дмитрия Чижова я поздравляю с сольной карьерой, желаю ему успехов в творчестве, всего самого наилучшего, о группе «Сладкий сон».
таких же сладких песен и еще более сладкого продолжения в творчестве. А вы знаете группу Little Big? Как? Little Big. Пока не слышала. Советую посмотреть в интернете. Хорошо, обязательно. Вы будете угорать, как и я. С завтрашнего дня начну смотреть все. Little Big группу. А все. Теперь можно сфоткаться? Да. Кто нас сфоткает? Она еще не вышла, потому что сейчас многосерийное празднование. Леш, очень приятно встречаться в таких местах. У нас сегодня, ты знаешь, да, повод какой? Шоу интеллигентного матча. Матч интеллигентный Дима Чижов начинает свою звездную карьеру сольную, как я понял. Почему я очень рад. Но тема, вопрос на тему, знаешь, это группу Little Big. Little Big. Маленький, маленький большой. Значит, ты отстой, Леха. Я уже надо, понял. Надо от ретро идти уже куда-то к современности, дальше. Да. Моя дочка любит очень эту группу, даже маленькая повторяет вот это движение. Вот это. Мачо. Да. Мачо. А девушка? И поэтому тема нашего интервью, или просто это никак не называется, просто сегодня тусовка, и хочется поговорить о прекрасном. О группе Little Big, шутка. О дискотеке СССР. Смогут ли они дотянуться до высот наших героев, до уровня дискотеки СССР? Я думаю, всегда. Мы сможем. Есть чему лучше. Стремиться всегда. Всегда есть. И сейчас в доказательство тому, Витя Салтыков на арене. Еще пару слов про группу Круиз. Как живет группа Круиз? Все нормально, дядя Сергей. Все, когда мы ее увидим? Всегда. Всегда. Вот как заходите, сразу группа Круиз на нас на канале. В вашем мониторе. Ребята, спасибо, а сейчас мы покушать хотим. We'll be right back.
большой друг, его коллега по сцене, его приятель. Встречайте, Алексей Зартинов! Добрый вечер, Иван! Привет, привет! Мой любимый артист, человек с уникальным голосом. Всегда люблю смотреть на его выступления. Вы все прекрасно его знаете. Сергей Васюта и группа «Сладкий сон». Встречаем. Крыльев тебе, Дим. Спасибо, Сережа. Неземного, да, звездного неба. Сергей Васюта, группа «Сладкий сон». Полетели. Бой на радость людям. Нажимай его. Бой. Закусываем дальше. Спасибо, Дима. Ура! А где Дима? Дима, спасибо. Да здравствует Дима Чижов. Его сольная успешная карьера. Похлопайте, ребят. Дима, не наливать больше народу. Пока хлопать не надо. Спасибо. Стойте, стойте, подождите, я вас объявлю. Николай Кирилл, аплодисменты! Да, вот Чижова Лига меня пропустит, он рвется сюда. Группу Beatles, поднимите руки. Три человека. Отлично. Песню. Серега. Серега. Серега, Васюта. Отпусти нам, пожалуйста, зрителей. Ну что, встречайте. Николай Ким, Арамис. Поехали. Девочка ждет, мальчик мне идет плохо. Не слышу! Подбелка нужна! Можно на подпевку? Не слышно. Это уже спел. Спасибо, Леш. Ну, это мы.
получилось. Вот у нас тема Little Big была. Ты знаешь группу Little Big? А что тебе заел? А мне нравится. А что я, блядь, это сейчас тренд, ёптать, катит тема. Правильно, да? Мы тоже сейчас к этим... Если бы ты сказал бы, блин, давайте станцуем, блин, и показал бы движение. Я не знаю движение. Хотя бы вот так вот сделал. Это знаешь, как прикольно, весело сидит. Представляешь, Зарубина так руками делает. Это, блин, не топчется, блин. Блин, вы это не рубите фишку вовремя. Слышь, а давай ему напишем этому Ильичу, сказать, давай с ретро-героями сделай какую-нибудь идею, клепани, блин. Это же пипец для него и для нас. Это же круто, слышишь? Мы разъехались по домам. Я шагаю к себе домой. На улице нулевая температура. Чувствуется первое дыхание осени. Время 1 час ночи. Всем пока. С вами